Сколько будет 7 умножить на 9? Примеры из таблицы умножения сегодня наша съемочная группа задавала на улицах столицы. Проверить знания, а заодно поинтересоваться, нужно ли это умение в век электроники, мы решили в честь Всемирного дня таблицы умножения. Автор самой первой в истории человечества таблицы умножения неизвестен. А вот создание таблицы в привычном для нас виде приписывают Пифагору. Практику заучивать ее наизусть, предположительно, в 19 веке ввел шотландский профессор математики Джон Лесли. И, по мнению специалистов, это произвело революцию в устном и письменном счете. До этого вычисление производных серьезно замедляло процесс и часто приводило к ошибкам. Как показал опрос, таблицу умножения большинство чебоксарцев помнит, что называется, даже если ночью разбудить или, в нашем случае, внезапно с камерой подойти. Сколько будет 4 на 7? 28. Так, 7 на 8? 56. Ну, типа, это как основа математики для каждого ученика. Так, а 7 на 8? 56. Я думаю, в любом случае должны знать все. Тем более, этому учат с детства, с первого класса. Ну, и для того, чтобы ориентироваться в жизни, считать элементарно, посчитать, насколько ты в магазине купил. Расплох прям. 4 на 7, 21, нет? Когда считаешь, как бы мозги развиваются, а когда вот дома с ребенком сидишь, вот видите, результат какой, даже таблицу умножения не помнишь. Ну, в жизни пригождается, конечно. Ну, на рынок пошла и что-то быстро. То есть и сосчитала. Можно понять. Да, обманывают или нет. Кстати, если бы наш опрос проходил где-нибудь в Индии, скорее всего, нам бы сходу ответили даже на вопрос, сколько будет 19 умножить на 17. Там таблица умножения включает в себя числа до 20. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.